горячие источники, зайти искупаться, это прям кайф. Большой путь проделали. И какие десерты. И собака чья-то бездомная сидит. Все как их мухи тут летают. Все как надо. Ну, собственно говоря, вся красивая укладка делалась вот для такой прически. Я уронила шлем. У меня здесь довольно-таки серьезно так откололся. Ну ладно. В общем, все, едем сейчас до Кати и от нее уже на машине до Улу-Вату смотреть традиционные красивые балийские танцы. Мне ехать 18 минут, так что я потороплюсь. Эй, котеночек, привет. Мяу. А у меня ничего нет. Ой, ну не надо. СПФ мне стирать. Дальше мы пересели на такси и проделали путь длиной, наверное, больше часа. Доехали до Кисак Дэнс Амфитеатр в Улу-Вату. Там нас встретили дикие обитатели этого острова. Оказывается, шоу проходит 2 раза за 3 часа, насколько я помню. И мы успели на второе шоу, потому что переживали, что опаздываем на первое. Ну и, как всегда, в лучших традициях Улу-Вату здесь потрясающие клиффы и закаты. Если честно, от шоу мы остались в таком легком шоке. Было классно насладиться этнической культурой, все в таком балийском стиле, но на протяжении всего часа стоял просто дикий гул, который потом сохранился в голове. На следующий день мы отправились в район Кинтамани. Это район рядом с действующим вулканом Батур. Основной целью было просто насладиться красивыми видами, вкусно покушать и заехать в геотермальные источники. Но также мы наткнулись на какую-то школу подготовки балийских рейнджеров. Красота. Обалденно просто. И вот здесь можно пофоткаться. Дождик еще пошел. В следующий раз можно выбрать место завтрака поближе. Съехали часа полтора. Завтрак Артема, заказала себе Big Breakfast. Сейчас подождем, пока погода слегка наладится, и пойдем еще гулять, фотографироваться. Здесь много других кафешек, поэтому планируем еще их посетить. Артем взял себе пасту, коктейли. Кстати, неплохой завтрак. Вкусный батат, сосиска. Конечно, все не прям супер как-то вау выглядит. Но, тем не менее, вид, конечно, бьет все рекорды. Обалденно. Паста просто как нереально вкусная была. Взяли еще устрицы. Но я, наверное, не присоединюсь. А вот это фотозона. Ну, красота вообще. И все убежали, никто не фоткается в дождь. Так что сейчас самое время переместиться сюда. Доехали до источников, здесь прям вода из озера. Сейчас, конечно, погода не самая классная, но тем не менее, огромный парк. Если вы поедете в Кинтамани район, то зайдите, здесь просто горячая вода. Мы ехали, и у нас, ух ты, чуть не обожглась. И у нас просто чуть ноги не отвалились, потому что было холодно, шел дождь, как и сейчас. Поэтому в горячие источники зайти искупаться, это прям кайф. Обалденно. Бананами в кляре, еще какими-то пирожками. В общем, шведский стол, платите 140 тысяч, и потом сидите, ну, что-то типа кальянной. Сейчас очень уж
такая пасмурная погода, как в Сочи Красная Поляна. Сочи похорошел. Свежо, кстати, очень. А, ну, чай в кофе тоже входит. Наверное, здесь должен быть какой-то красивый вид, но его не видно. Немножечко распогодилось, ушли облака. Снова открывается вид. Видите, тут много, в принципе, кафе таких. В общем, мне очень нравится район Кинтамани. Я бы сюда еще раз съездила, но взяла бы уже сменные теплые вещи, потому что все равно то дождь, то еще какие-то осадки. И лучше взять прям, наверное, две таких толстовки или двое штанов, потому что облачно постоянно в горах, погода меняется быстро, мокнет все. Ну, короче, либо очень хороший должен быть дождевик такой со штанами, либо лучше, да, взять побольше вещей. Ну и на машине, конечно, думаю, чуть-чуть покомфортнее в плане каких-то атмосферных условий, а так мы бы, наверное, на часа два больше бы время на путь потратили, если бы были на машине, а не на байке. Так что я рада, что мы своим таким путем более мобильным. Дорога долгая, но очень красивая. Но это не мешает нам в очередной раз посетить ресторан. В этот раз в Убуде. За наш с тобой интересный, насыщенный день. Молодцы, большой путь проделали. У нас сегодня с Катей будет лепка горшочков. Я так понимаю, мы вдвоем. У нас будет какая-то необычная лепка, потому что сзади ребята уже делают там какие-то штучки. Я уже лепила до этого всякие горшки, органайзеры, но сегодня будет что-то немножко другое, интересное. Для тех, кто до сегодняшнего дня ни разу не пробовал лепить гончарные горшки, я настоятельно рекомендую, потому что это какой-то отдельный вид медитации. Ну что, на тебя только объясняю. Is it making the same? Yeah. Так, пока у меня тут уроки начертательной геометрии глиняные, у Кати уже... У меня уроки кулинарии. Реально, какие-то у тебя уроки кулинарии. Делаем торт. А я буду делать вот такую вот шкатулочку. Красиво. В этот раз мы делали все своими руками, разрезали, лепили, склеивали, но мне больше понравился класс, где мы использовали колесо, то есть педаль, колесо, и вы руками там вылепливаете классные поделки. Так, я закончила свои подвиги. Сейчас будем делать вазу. Конечно, я рассчитывала на такой вот размер. В итоге у меня тут что-то, да, немножечко приумножилось. Гигантомания. Гигантомания. Ну, тебе как, нравится? Мне очень нравится. Посмотри, что я тут за блюдо сделала. Авангард. Это для котика, да? Для котика. Для бездомного, да? Для бездомного котика. Старается. Да. Здесь еще какая красивая мастерская. Ну, вот на такие классы я уже ходила, но в следующий раз обязательно пойдем. Шикарный передник. Подчеркивает все достоинства фигуры. Красивый коктейльный напиток. Да, наш пошел. Красивый рамен. Ну, все равно, как он там называется. Классное место, мостли. Обычно я здесь беру роллы. Мне очень нравится атмосфера. Сейчас прикреплю название. Я прям в восторге. Такая частичка Убуда. Все, приятного нам аппетита. Так, у нас с Катей просто аристократический вечер. Еще нам на фортепиано тут девушка играет. Там. Прекрасно. И какие десерты. И собака чья-то бездомная сидит. Все как их мухи тут летают. Все как надо. Друзья, спасибо большое за просмотр этого влога. Пишите в комментариях, в какое место вам бы хотелось отправиться больше всего. И, конечно же, увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.